И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. И сегодня я бы хотел вам порекомендовать дебетовую карту позже от Home Credit Bank. С этой картой вы получите до 5% на остаток. 3% при условии транзакции по карте от 7 тысяч до 30 тысяч рублей. 5% при условии транзакции по карте от 30 тысяч рублей. Начисляется на остаток до 300 тысяч рублей. Кэшбэк до 30% у поводников. 5% кэшбэк в 3 выбранных клиентам категориях. 1% кэшбэк за все покупки. Бесплатное обслуживание по карте без каких-либо условий. Бесплатные переводы по номеру карты и снятие наличных до 100 тысяч рублей. СБП без комиссии 500 тысяч в день. Бесплатные переводы по реквизитам счета. Карту вы можете оформить по моей ссылке. На данный момент моя ссылка действует только для пользователей из Москвы или Санкт-Петербурга. Ссылку я оставил в описании под видео. Предложение действительно до 31 декабря. Всем привет, снова я Вак Фалкон и слышу про поединок, который пройдет 5 ноября. А на чемпионский поединок Белватова. Матч вас между Питером Куирли и Патриком Фрелли. Сразу можно сказать, тут шаг на шелок в пользу Куирли, и я думаю, что он идет вперед и негласным решением судей. Первый бой сейчас в 2021 году, и да, Куирли победил в технике нокаута во втором раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердил, что прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по в комментариях и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все это очень сильно помогает вам YouTube канала. Шупали в группу ВКонтакте и Телеграм, но по желанию можешь пожать канал донат. Все ссылки в описании. А мы начинаем наш транш-дэш. И первым в октагон выходит Патрики Питбуль Фрелли. 34 боя, 20 победы, 15 нокаутов, 1 задача и 10 поражений. Title challenger, the number one contender, at least in terms of the rankings, getting set for a title fight here tonight. A lot of people think he is a live underdog in this championship setting. I guess we'll find out here, Joe Rogan. As he steps towards his cage, he understands this is one of the biggest moments in his life, the biggest moment in his career. He is looking to take this title, and he believes his time is now. His preparation has gone perfectly. He is in outstanding shape. He has a great game plan and a great camp, and he believes that he will emerge the new champion of the world tonight after this fight. А вот выходит и его оппонент. Питер Шоу Штопел Куирли. 19 боев, 13 побед, 3 из них нокаут, 5 поражений и 1 ничья. Бой за вакантный титул чемпиона. But he believes with this type of challenger that has some momentum with fight fans, if he can dust this guy here tonight, he can take his career to the next level and start to be mentioned with the GOATs, the Hall of Fame types. For now, he'll have to settle for UFC lightweight champion. We will see how it goes for him tonight, Binks. The champion headed to the cage right now is in the groove. He is in his prime right now. His training for this bout has been perfect. He believes he has a solid game plan and he's ready to step in here and retain his title. He is well prepared for this contest. Я бы желаю участникам данного события. Рефери Марио Ямасаки. И первым нам представляют Питбуля. Уверен в себе Фрелли. А теперь нам представляют и Питова. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands
Саша Шедефи, напомню, сейчас правила, и мы начнем. Alright, here we go. I am fired up for this fight. It's been a long time coming, and they're finally gonna get after it. Первый раунд, погнали. Идет. Подали в атаку. Берут больше паузу. Throwing that jab now again, the fighter evades. Low kick. Opens with the inside leg kick. Huge punches landed by both men. Nice. Пашмен. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. I feel caught. At Спартанке. Берет больше паузу. Хай-кик. Мимо. Looking to land the right hand, he misses. Yeah, he's got a nice snap to that leg kick, very nice. Head kick at Куиле. Head kick there, Joe, and he's got to be careful moving forward, moving into striking range, leaving that head wide open. Forward to takedown. Let's see if this team can make the requisite adjustments. Oh, so an interesting decision there as he decides to stand up. Когда попадает. Хай-кик от Куиле. Клинч. Продолжается борьба в клинче. Just over 3 minutes to go, round one. Double underhooks. И тяжко приходит сейчас Питбулу. И подключен Фредерли. Поверка тейкдауна, и она оказывается удачей. Поднимается большую стойку. Попадает в Фрелли. Неплохо. Мидл кик. Попадает Куиле. Мидл кик. Снова middle kick. Попытка тейкдауна. И снова она оказывается удачей. Атакует Куиле. Неплохо сейчас лезет Питл. Не хочет подниматься Питбур. И все-таки поднимается Фредер. Неплохо сейчас попадает Патлики. Но точно Фредерли. Вашмен. Мимо. Удал с Карлиану в исполнении. Куиле. Побольку тейкдауна. И она снова оказывается удачей. Абсолютно.
Nice punch to the body. Вращается в патрике. И Бэйсер снова поднимается. Что ли? Неплохо. Пиала Джонсон, и он запитывал. 10-9 выиграл впереди. Нам показывают лучшие моменты первого раунда. And another perfectly placed strike. The beautiful Jenny Andrade getting us going. И у нас вал номер два. Мимо. That last round was absolutely insane. If this round gets off to anything like the last round, one of these guys is going out. I can't imagine a scenario where... И падает в нокдаун. Квилли. Неплохо, что он начинает вал. Квилли. Мидл кик. Отвечает Питбуль. Вашмен. Мимо. Попытка тейкдауна. И она оказывается удачной. Усмен. He lands an elbow here. And Izzy, as he looks to improve position here. И переворачивает партнера своего оппонента. И попытка гильотины от Куил. Вот и все. Зашипает Питбуль, и бой окончен. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же пойдет на самом деле. And so let's look at it again from another angle. He doesn't even get a chance to tap. And here we see it again. Beautiful submission victory. So there is the man they are all chasing at 155 pounds, the undisputed UFC lightweight champion. And how about the way he got it? Победу, удача во втором раунде, одерживает и становится новым чемпионом Белатова Питер Шоу-Штоппел Куилли. Congratulations to the undisputed UFC lightweight champion, your winner by submission, and now all that's left to do is to celebrate with the corner. Куилли попал 61 удар из 150. Федерали 64 из 124. Почему удар 21 из 60 Питеру, 17 из 45 Патрик. По нокдаунам 1-0, тейкдаунов. Федерали не поводил, у Куилли были
успел 4 попытки из 5, контроль 2 минуты 12 секунд Куин, 14 секунд Фрилелли, по раундам. Первый по удавам 50-51, пассивным 18-14, 3 и 4 тэкдаунов пошли у Куин. Контроль минута 21 секунда Питер, 6 секунд в Патрике. Второй раунд по удавам 11-14, пассивным 3-3, по нокдаунам 1-0. Одна попытка из 0 была успешна у Питера, и контроль 50 секунд от Куин и 6 секунд от Фрилелли. И первый раунд двое судей отдали Фрелли, один судей отдал Куилл. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можешь пожать канал донат. Все ссылки в описании. Всем пока!